Друзья, вот зимовье клоповое. Нашли, открыли гнездо. Окна. Гнездо. Да, гнездо, вот они тут. Даже божья коровочка с ними в тусовочке. Вот. Кто на гаечках, кто на чем сидит, здесь их так много. Вот это Абхазия здесь. Все любят тепло и. И что, и мандарины все любят. С Новым годом! Друзья, мы находимся в лесу, слышите музыку, вот у нас тут бабочки. И семейство клоповых, кто туда пошел. Вот, они также у нас и здесь, вот греются на обогревателе. У нас растут тут цветочки. Вот, все здорово у нас. Елочки тоже растут. Детки растут у нас. Вот она, вот она. Нет, на костер надо идти. Да, а где костер? Нету костра. Летите, летите, бобры, добры. Их муж. А. Там живет какая-то муха, и вот они из, она из песочка типа ее выскает и склеивает таких штук. Прикинь, вообще. ЦЦ что там? Дядь, ты смотри там. Прикольная штука. Я думаю, что он тут там за остатки валяются? Это вот такая шляпа. Остатки. То есть твоя карьера стриптизера началась с швабры. Ну, я тут про эти снимаю репортаж, а вы про карьеру стриптизера. Давай, это все. Это в общий чат будет сейчас. Одну распечатал, пустая, вот вторая тоже, друзья, смотрите. Запечатанная самой матерью природы со всех сторон. Вот. Я думал, там будут кишки чьи-то. А, в натуре здесь были кишки, прикинь. Вон она, личинка. Личинка лежит, вот она. Ты вообще прям доктор. И чья это личина? Ла. На нее, наверное, рыбачить круто. Вообще.